Это вам, значит, видишь, надо было больше взять ручек. Спасибо. Это букет цветов. Раздаем сначала журналистам. Спасибо, что вы пришли, поздравили нас. Вы первые у нас сегодня. Были, конечно, телефонные звонки, поздравления, но приехали вы лично первые. Поэтому огромное спасибо. Сегодня все в мире зависит не от кого, все от средств массовой информации. Я вас в этом уверяю. Не от политиков. Нет там президентов, нет кого. Вот как это преподнесут, как это покажут, и так оно и есть. Потому что сегодня такой век настал. Я не знаю, что будет уже в 22 веке, да, там вообще, наверное, будет уже людей не надо, только средства массовой информации. Я думаю, что мы с вами будем всегда контактировать, всегда находить общий язык, а сегодня особенно будет полная и есть полная поддержка со стороны власти города. Я вам хочу пожелать, знаете чего? Я вам хочу пожелать объективности. Я уверен, что у вас сейчас сложился хороший коллектив. Думаю, что вы только, может быть, в начальной стадии перспективы развития коллектива и вашей, скажем, фирмы, телекомпании МИХ. Поэтому я удачи вам, счастья, здоровья, благополучия и с праздником. Я рад, что есть коллектив, я рад, что на ваших лицах сегодня хорошее настроение, улыбки, это все отображается, это все видно. Конечно, в каждом коллективе всегда будут возникать некоторые проблематичные ситуации. Я просто хочу пожелать и директору, и всем вашим, чтобы эти проблемы вы проходили, так сказать, с высокоподнятой головой, чтобы это не отражалось на вашем настроении, чтобы это не отражалось на вашем здоровье. Самое главное, я хочу пожелать вам счастья в этой жизни, благополучия, потому что только счастливые и благополучные люди способны творить добро. А вы на своей работе должны это добро творить постоянно. Вот это мне хочется вам пожелать. Счастья, да, столько. Для студии МИХ поздравить, пожелать вам счастья, здоровья. Мы от своей партии «Рано» и от партии «Солидарность» принесли вам подарочки скромные. Вы уже там распределитесь, кому что. Вот, самое главное, чтобы это вам все служило в пользу. И вы смогли доносить нашим жителям правдивую информацию. Всем счастья, здоровья. Единственное, что мы празднуем свой профессиональный праздник в преддверии 20-летия. Телевидение – это не просто телевидение как коллектив, который работает сегодня. Телевидение для города Южного – это школа профессиональной журналистики и профессионального телевизионщика. На сегодняшний день в городе у нас более 153 тех людей, которые работали на Южинском телевидении. Большая половина из них работает в профессиональной сфере, работает на телевидении. На сегодняшние технологии, они позволяют вещать, чтобы мы не были Южинское только телевидение. Нас должны видеть во всем мире. Блокноты. Всім журналістам. Спасибо. Це так, це для монтажера. Іра. Мої старі, я забираю. Вот это тоже для Насті. Клас, красиво. Вот. Я желаю, чтобы каждый профессиональный праздник мы отмечали в таком хорошем настроении. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Попал, куда ты попал, куда ты попал? Ты звезда.